лицом этого фестиваля, фестиваля «Песни года», всегда являлись и будут являться эти замечательные люди, которые олицетворяют собой «Песню года». Ангелина Вов и Евгений Меньшов. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители песни! С Новым годом! Мы приветствуем вас на фестивале «Песни года», без которого просто невозможно себе представить нашу жизнь. Я так рада вас видеть. Господи, это действительно очень, это очень тяжело, вот это, знаете, лучше уж вы. Я буду часто выходить на сцену. То есть вы не думайте, я вам еще надоем. Я буду переодеваться. Выходи как можно чаще, пожалуйста. Нет, да, хорошо. Нет. Нам нужно встречать гостей. Нет, минуточку. А песни? Да. Ах, я еще и пою. Дамы, господа, а песни от Аллы Пугачевой? Я и забыла. Знаешь, это серьезно. Поздние грозы меня не сломали. И если увидишь в глазах моих слезы, не верь, что от горя они лишь от счастья. Птицы, дни нашей жизни улетают, тают безмолвие. Только об этом я не жалею, готова и дальше пить чашу любви моей. Спасибо. Сложила, я в небо взлетаю к мирам бесконечным. Я не заплачу в час мой последний. Я чувствую сердце, ты рядом, любовь моя. Спасибо, любовь. Спасибо, любовь!
красиво, любовь. Кидайте сюда цветочки. Спасибо большое. Ой, мы будем украшать ими сцену. Спасибо. Пойдите, это будет очень красиво, как к вечному огню. Давайте, да. Ну, я пошла встречать гостей.